Ай-яй-яй-яй-яй, здание, здание, нет! Тревор. Тревор. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это GTA 5. Итак, мы закончили тут несколько заданий за Тревора, короче, переходим обратно к Майклу. У Майкла вроде как есть федеральное, ну, задание на федералов. Вот. Океан, на него я могу смотреть хоть целый день. Вот. Но для начала, короче, я хотел... Так, что я хотел? Надо до дома догнать, короче, да? Получается. Вот. До дома и прокачать... Прокачать Порше, если она не исчезла. Сейчас по бурикам сгоняем. На Порше все же интереснее и лучше ездить. Так, разошлись. Ой. Я опять ногу кому-то отдавил, короче. Вот. На Порше все же интереснее и лучше гонять, чем вот на этом драндулете. Потому что все тачки позабирало мое семейство. Ну, точнее, семейство Майкла, да? Трейси? Трейси, hey, детка, ты звонила? Да, слушай, папа, мы волнуемся. Я тоже волнуюсь, я очень хочу тебя увидеть. А я не хочу тебя видеть. Тебе нужна помощь. Тебе серьезно нужна помощь. И если тебе не помочь, тебя просто убьют. Трейси, я люблю тебя, но я вообще ни хрена не понимаю, о чем ты говоришь. Я пыталась, папа. Это все, что я могла сделать. Она тупо даже, короче, когда ушли из дома, они тупо, короче, звонят и выносят мозг. Просто. Видимо, короче, без этого они не могут, они жить не могут без этого. Без выноса мозга, короче, Майкла. Им нужно чем-то питаться, знаешь, это как эти энергетические вампиры. Сосут кровь. Просто корыто. Кое-как вообще поворачивает, кое-как едет. То дело вот у нас, да, этот Порше. Так, надо, наверное. Ой. Пират развернула. Надо, короче. Да блин. О, стоит, родимая, да, стоит. Хорошо. Так. Я никогда не привыкну к тишине. Так, я хотел еще курточку поменять. Где она там у меня? Курточка эта. Здесь у меня в комнате, да? Сохранить игру, короче. О, фотки разбросаны, видать, короче, Майкл сидел и ностальгировал, наверное. А былом. Так, костюмы, куртки. Вот эту вот куртку. Ну, очки можно. И в шортах, блин. Брюки. Вот так вот. Это уже более что-то, да? Ну, очки пускай. На дворе ночь, а я в очках. Буду выделяться из толпы. Так, где моя точила? Да блин, гараж. Гараж тормоз. Окей. Так, из гаража, наверное, надо выехать. Спасибо этому, как его? Психиатру за это. Так, окей, вот сюда. Едем, в принципе, недалеко. Воу-воу-воу-воу.
Вот это мощь. Вот это сила. Вот это рвет. Не то, что корыто это. Да? Пошла вон. Видал? Видала, какая точила у меня? Так, окей. Мастерская недалеко. Так что... Там, смотри, видал, беленькая тоже вроде как ничёшная такая, спортивненькая стояла. Так, приехали. Сюда, да, повернул? Правильно. Окей. С разгона просто. В гараж. Так, давай мне что-нибудь намути. Сделай из нее красотку. Так, ремонт 100 баксов. Броня. Давай броню усиленную вставим. Хорошо. Так, кузов, что у нас там по кузовам? Надкрылки какие-то. Так, поставим. Тормоза спортивные поставим. Бампера. Давай вот такой. Двигатель поставим улучшенный вот такой. Во какой рев. Глушитель двухстволка. Такой. Клаксон, нафиг он нам нужен. Фары. Давай, расположение неоновых трубок. Спереди, сзади, по бокам, как обычно. Окей. Так, цвет неона. Она у нас будет, короче, наверное, сделаем белую. Да? Белую сделаем. И пускай будет, короче, вот такая вот неон. Мне нравится. Такой вот голубоватый неон, короче. Так, ксеноновые фары пускай. Номера. Желтый на черном. Окраска. Основной цвет. Погнали. Пускай будет, наверное, металлик. Металлик. Где у нас там? Винно-красный, что-то нет. Лососево-розовый. Смотри, в принципе, и желтая вот неплохо, да, смотрится. Ну, как бы можно и желтенькую оставить. Давай-ка посмотрим белый. Здесь есть белый вообще? Вот бриллиантово-синий. Вот бриллиантово-синий, смотри, тоже неплохо. Буковый. Буки на нем ездят. Гоночно-синий. Ультра-синий. Не, давай, короче, мне вот понравился вот этот и желтый. Не, давай, короче, вот этот оставим. Так, каркас безопасности. Да. Спойлер. Вот такой. Прям большой, да, такой поставим, чтоб не сдуло. Так, стандартная подвеска, спортивная подвеска, окей. Трансмиссию поменяем на гоночную. Блин, цены вообще жесть. Турбонадув, турботюнинг. Yes. Yeah, детка. Колеса. Колеса эксклюзивные. Давай эксклюзивные. Поставим. Пускай будут, наверное, давай вот такие. Хорошо, цвет колес. Цвет колес у нас будет. Давай, или что? Она что-то не меняется. Так, погоди, шины. Дизайн шин. Обычные заказные покрышки. Да. Улучшение шин пулестойкие. Да, дым из-под крышек. Пускай будет черный. Стекла. Вот такое затемнение. Хорошо будет у нас полицаи тормозить. Окей. Да, выйти. Подтвердить. Во! Во, другое дело. Другое дело. Теперь можно ехать, короче, на задание. Федералов. Погнали.
Вот это мощь, вот это мощь. Ты чувствуешь, да? Ты чувствуешь это? Просто зверь. Вот эту точилу надо, короче, Франклину на гонке. В принципе, у него тоже своя неплохая. Но на Порше. Прикинь, приезжаешь такой на крутом Порше. И все такие, вау, детка, откуда у тебя такая тачка? Где ты взял? Блядь. Разбил уже. Не успел выехать. Я думаю, здесь уже 100 баксами не обойдется ремонт. Так, погоди. Вот, приехали. Надо из машины выходить, нет? А он сам выйдет. Окей. Фибы. Фибы. Прикинь, он всю ночь провел, короче, в федеральном бюро. Идите к Дэйву. Это что, Сакура? Прикольно. Эй, Дэйви. Привет, Майкл. Дэйв. О, вот это мило. А мне никто не сказал, что это двойное свидание. Извините, парни, но это сладострастный жеребец весь мой. Блестяще. Амиго, я Стив, но ты, наверное, это уже знаешь. Извини, но у тебя, кажется, бейджик отвалился. Жестко. Мне нравится. Надо будет это записать. И всадить тебе пулю в башку, мудила, ты надоедливый. Андреас, ты записываешь? Это же просто... потрясающе. Это обязательно должно войти в мое шоу. Ты видел мое шоу? Как одеться, словно ты камивояжер в дешевом гольф-клубе? Итак. Отлично сработано в деле нашего друга мистера К. Не стоит благодарности. Обожаю помогать правительству, особенно когда оно воюет само с собой. Но ты совершил ошибку. В самом деле, сладкий. Заткнись, мать твою, пока я тебя не задушил. Шутки кончились, приятель. Ты будешь с уважением относиться ко мне и моей команде. Уточни, кто именно входит в твою команду. Только вы трое? Или все ФРБ? А может, все правительство? Потому что до сих пор мы не проявляли особого уважения к твоим коллегам. Тогда, может, начнешь с меня, гений? Все, я понял, приятель. Нам поступило сообщение о том, что мистер Кэй удерживает в местном отделении. Я видел только, что с этим разобрался. Люди из управления решили, все из-за твоей дурацкой выходки в морге. Нам нужно вытащить его, пока он не проболтался. Но я же просто выполнял указания Нортона. Ну, значит, твоя первая ошибка в том, что ты связался со старым агентом, который живет только за счет былой славы. Теперь ты мой, Амиго. От этого дела зависит моя карьера. А она много для меня значит. И раз уж мы все тут стали друзьями и приятелями, значит, она важна и для вас. А теперь бегите, детишки. Ну вот, видишь, Дэйв. Старого пса действительно можно учить новым трюкам. Вперед. Так, а суть дела-то что-то не ввели? Майкл, блин... Ты же такой нарывается просто. У бюро есть участок на востоке Лос-Сантоса. Ковингтон Плайс, недалеко от Эль Ранчо. Конечно, тихое похожее местечко. Самое оно для тайных операций. И что? А то, что в бумагах, наверное, даже слова такого нет. Федеральный. А мы все за честное и прозрачное правительство. Кроме случаев, когда тебе выгоднее, чтобы оно было закрытым. Эй, я просто марионетка, а за ниточки ты дергаешь. Так, окей. А где мое Порше? А где мое Порше? Вон там? А вон оно стоит, мое Порше. Ну ладно, пускай стоит. Надеюсь, ее никто не утащит. Скажи, Дэви, ты эту тачку с моих налогов купил? Так, направляйтесь к месту встречи. Окей. Читайте там. Сами. Что будут болтать. А я, короче, это... буду следить за дорогой. Вот. Чуть не туда поехал куда-то. Ну, ладно, покрасовались перед людишками, тачкой.
we'll send some G-men to his aunt's house. Ну, я скажу, okay. Тачка такой себе, да, у него? Okay. Типа такая, знаешь, на стиле. Ну, как бы... Майкл, ты не вовремя, я там занят, понимаешь? Извини, слушай, помнишь наш разговор? Процесс пошел. Нужно, чтобы ты подъехал на участок Зайль Ранчо, недалеко от места, где мы встретились в прошлый раз. Понял, братан, все пучком, я и так в Лос-Сантосе. Окей. Да ладно, Тревора еще туда? Вы че? Тревор это зачем? Он сейчас там мутит, короче, сейчас он там наделает. Клинтон будет позиционен по улице, держа взгляд на процедуры. Филлипс летит тебя в, ты рапел вниз, делай экстракцию. Так, погоди, я опять пропустил поворот, блин. Вот этот поворот я вечно пропускаю. Так, я понял, Дэйв уже позвонил Тревору, короче, и сказал, да, всё. Блин, а можно было и по прямой там проехать, ну ё-моё. Ну ладно. Твою мать. Сори, Дэйви, потом починишь. У тебя денег и так много, короче, потом починишь. Ух ты, занесло. Ай, ай. Знаешь, пожалуй, тебе лучше залечь на дно. Пожалуй, я так и сделаю. Ну, счастливо. Кто этот хитрый гандон? А нет, это я про другого хитрого гандона. Не про тебя. Эй, Ти, завязывай с этим псевдополитическим бредом. Франклин, честное слово, лучше не ввязывайся в это. Черт, я с вами. Я вас не брошу. Ого. Майк, тут какая-то фигня, типа... Прям какая-то любовь отца к сыну. Слушай, если хочешь кем-то заменить отца, есть варианты получше, чем эта жирная змеюка. Он ведь при случае своих детей просто сожрет. Я же говорю, он псих. Ага, и лучший друг. Именно. Это Тревор, мой лучший друг. А это Франклин, да, хотел бы я иметь такого сына. Так, парни, слушайте сюда. Тяжелую работу я беру на себя. Понятно? Тревор, тебе нужно одно – подлететь к цели. Франклин, прикроешь меня с другой стороны улицы. Порадуем этих гадов. И тогда сможем начать с чистого листа. Все ясно? Понял. Так, и если мы это сделаем, они помогут вызволить Брэда. Насчет Брэда поговорим позже, ладно? Мне нужно переодеться, а вы беритесь за дело. Рад познакомиться, кореш. Ладно, как скажешь. Ой, сейчас будет, короче, дичь какая-то, я чувствую. А вот он, раб правительства. Выкуси. Полетели. Да ладно, не дай бог сейчас вертолетом управлять. Ладно, полетели. Ну, блин, так и есть. Ненавижу, ненавижу. Нам надо попасть в центр, в штаб-квартиру управления. Так, ладно, вот так взлетаем. Да это просто дичь. Все, полетели. Короче, я сейчас, наверное, штук 20 раз где-нибудь врежусь, упаду, короче, или еще что-нибудь. Что-то у вертолета как-то эти лопасти медленно крутятся, нет? Или мне кажется? Так, офис управления это где? Это выше? Ай-яй-яй-яй-яй, здание, нет! Жесть! Да я вообще просто пилот от бога. Тревор! Ты у нас ас, короче, ты бы хотя бы меня научил, как управлять вот этой ласточкой. Все, мне теперь не взлететь. А нет, смотри, взлетает. Давай, дотянешь. На какое? Или вон на то мне здание надо? Мне тут на это, на длинное, наверное. Давай, взлетишь. Давай, еще. Ну. Давай. Давай. Хорошо. Подлетай прямо к стене. Прямо к стене ты упал. Ты видел, как я сейчас к стенам подлетал?
Это было жестко. Если что-нибудь отмочишь, пока я там, залезу наверх по этой веревке и повешу тебя на ней. Спуститесь по тросу к окну офиса. Во, вот это другое дело. Это уже спринт эксцел какой-то. Так, спуститься S, чтобы спускаться быстрее, прыгая, нажмите так. Угу. Так, окей. Не играй со мной, Трев. А чё, камеры не повернуть, только так? Ну, поехали. Так, а куда мне надо спуститься? Ниже, 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 ниже. Е, чтобы включить вид изнутри офиса направления. Сейчас я засуну эту штуку тебе в задницу, так что она твой обед еще раз приготовит. Думаешь, нам это запрещено? Ни хрена, все по инструкции. Я не знаю, о чем вы. Я занимаюсь кинооборудованием, не камерами слежения. Хватай его за вторую руку. Нет. Думаешь, ты крутой? Посмотрим, что ты забоишь, когда эта штука войдет в тебя. Бери смазку. Хотя к черту смазку. На сухую приятней. Умник, все думает, что ты уже мертв, и скоро ты пожалеешь, что это не так. Я не тот, кто нам нужен. Баба-то, видать, профессионал в этом деле. На сухую, говорит, приятней. Так, нажмите, чтобы разбить окно. Что это за хрень? Убейте его! Покончите с проблемой сразу и навсегда. Да, поддержка мне не повредит. Выберите Франклина. Выберите Франклина. Окей. 36 этаж, понял. Бах! 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 Давай, давай, перезаряжи быстрей! Бах! Бах! Ну! Бах! Комната защищена. Трэп, включай лебедку. Бах. Ну-ка, ну-ка, я хочу еще пострелять. Погоди, Тревор. Я хочу еще пострелять. Давай перезаряжай быстрее, ну. Так. Окей. Бах. Так, а что надо делать? Надо отстреливаться или что? Тревор, давай улетай, давай. Вытащи нас отсюда, понял. О, похоже, мы привлекли внимание вертолетов. Франклин, у тебя гости. Черт. Готов. Готов. Так, минус один вертолет. Хорошо. Так. Блин, слишком далеко, мне не прицелиться нормально. А наша-то вертушка так и дымится. Майк, не хочу тебя пугать, но возможно стоит что-то сделать с этим вертолетом, пока нас не сбили. Так, и ладно, я за Майкла, я не хочу управлять вертолетом, я за Майкла. Мать твою, я сейчас упаду. Давай. Так, минус одна птичка. Ну-ка. Минус вторая птичка. Давай. Отлично. Ты еще живой? Или это другой? Так, минус третья птичка. Все четко. Бах, просто. Франклин, прием, пришло время покинуть сцену, до связи. Вы кто? Неважно. Они сказали, что работают на правительство. Я занимаюсь домашним кинотеатром, и я не... Мне плевать, кто ты. Тогда почему вы это делаете? Не беспокойся, у меня друзья в бюро, они все объяснят. Вы спасли меня. Спасибо. Спасибо. Не стоит благодарности. Бюро, ФРБ, они все уладят. Я уверен в этом, не волнуйтесь. Они позаботятся о вас. Чего эти люди со мной только не делали? Я ведь американский гражданин. Но это вам не очень помогло.
Все, прилетели. Эй, ти, сажай машину. Скр. Он сам посадит? Я не хочу садить. А, все, отлично, он сам посадил. Вот это взорвется? Нет, не взорвется. Оу, моя тачка! Ха, ее сюда пригнали. Ништяк. А если я их... Давай я сейчас их просто почикаю. Че там руками машешь, Человек в костюме. Нихрена так и упал просто. Ладно, идем. Где мы? Эй, полегче с ним. Спасибо. Ох, приятель, ты спас меня. Нет! А? Нет. Эй, я же сказал, полегче. Хватит, дайте ему передохнуть. Ладно, пора выбираться из этого дерьма. Шестеришь на ФРБ и на нового товарища по пробежке, но он скорее мой протеже. Правда? Учишь, как состарится раньше времени? Ага, или как навсегда. Похоже, он хороший парень. Майкл, ну ты подумай, а? Новый город, новые проблемы. И только идиоты не меняются. Пожалуй, да. Ладно, Тревор, еще увидимся. Даже не сомневайся, дружище. А Тревору это за радость просто. Тревору просто это все по кайфу. Окей, полетел. Отремонтируй вертушку, Тревор. Ладно, удачи тебе. И мне не хворать. Окей. Стив, новый, короче, какой-то этот. А, это Стив, это этот. Стив Хейнс. Агент-то этот. Понятно. Так, что у нас там появилось? Что-нибудь еще новое? За Майкла. За Майкла, в принципе, ни черта больше не появилось. У нас появились за Тревора задания. И за Франклина. Да. За Тревора и за Франклина. Что за П? Не помню такого. Окей. О, точила, моя точила просто. Вообще ништяк. Офигенно просто. Пятачки. Понарезать. На обычной тачке так не поделаешь. Вот эта тема. И погнали, оп. Сейчас там припаркуюсь. Офигенно. Просто офигенно. Ну что, друзья, на этом я буду заканчивать видос. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм. И с вами был Валерий. Всем пока.